16 пациентов Центра психического здоровья в Павлодаре объявили голодовку. Все они наблюдаются с диагнозом психическое и поведенческое расстройство, связанное с употреблением психоактивных веществ. Требуют улучшить меню и предоставлять им лечебные отпуска. Но медики говорят, по приказу Минздрава от 2020 года, тем, кто находится на принудительном лечении, каникулы не положены. Что касается рациона, в учреждении он составлен по регламенту, а бунтари желают больше сахара и фруктов. К слову, пятиразовый питание одного пациента в рехабе обходится бюджету в 1123 тенге в день. Из этих 16 человек, уже после того, как мы провели переговоры, 5 человек вышли и начали кушать. А остальные взяли хлеб с маслом и занесли в отделение. То есть это не является истинной голодовкой, это просто они хотят показать свое демонстративно-шантажное поведение. В центре считают, что у массовой псевдоголодовки есть подстрекатель. Один из вновь вернувшихся в учреждение пациентов, который сейчас проходит по уголовному делу, попросил отпуск, но ему отказали, так как он ожидает суда. Впрочем, требования остальных алко- и наркозависимых все же рассмотрят. Выслушаны все доводы пациентов, и было принято решение написать в Управление здравоохранения и в Республиканский центр психического здоровья письма по изменении или внесению изменений в приказ и разрешении лечебных отпусков пациентов, которые проводят лечение и которые не нарушают режим.